важно соблюдать правила дорожного движения. Переходить улицу необходимо по пешеходному переходу. Не лишним будет носить на одежде светоотражающий элемент. Перед тем, как перейти улицу, сперва нужно посмотреть налево, потом направо. Начинать движение можно только, если нет автомобилей. Двигаясь на велосипеде перед пешеходным переходом, остановитесь, сойдите с него, перейдите дорогу, потом садитесь за руль снова. Помните, что соблюдение правил дорожного движения – залог вашей безопасности. –